Чтобы зарабатывать на рынке Форекс, необходимо покупать валюту дешево, а продавать дорого. Разберем на простом примере, какую прибыль можно получить от торговли валютами. Представьте, что на вашем торговом счете 1500 долларов. Текущий курс евро-USD 1,5. Это означает, что за 1 евро дают 1,5 доллара. По вашему прогнозу, в течение дня курс евро должен вырасти по отношению к доллару. Поэтому на свои 1500 долларов вы покупаете 1000 евро. Прогноз оказался правильным, и курс евро-USD достигает отметки 1,51. Получив прибыль, вы принимаете решение закрыть сделку и обмениваете 1000 евро на 1510 долларов. В итоге ваш заработок составляет 10 долларов. Не так уж и много. Возникает логичный вопрос: а можно ли зарабатывать больше? Чтобы добиться большего результата, вы можете воспользоваться кредитным плечом. Кредитное плечо — это займ, который предоставляет вам брокер для покупки валюты на рынке Форекс. Величина займа бывает разной. Но максимальная сумма, которую готов предоставить вам брокер, может быть в 500 раз больше ваших собственных средств. Таким образом, использование в торговле кредитного плеча открывает колоссальные возможности для извлечения прибыли. Рассмотрим пример использования кредитного плеча 1 к 500. Ваши средства на депозите – 1500 долларов. Вы прогнозируете, что курс евро к доллару вырастет, и берете у своего брокера максимально возможный займ – 748,5 тысяч долларов. Затем обмениваете имеющиеся у вас 750 тысяч по курсу 1,5 на 500 тысяч евро. После того, как курс евро к доллару достигает отметки 1,51, вы меняете евро обратно и получаете 755 тысяч долларов. Вернув брокеру займ, у вас остается 6,5 тысяч долларов, из которых 5 тысяч – ваша чистая прибыль. Невероятный результат менее чем за один день работы. В этом примере мы рассмотрели ситуацию, при которой ваш прогноз оказался верным. А что, если бы евро, вместо того, чтобы расти, вдруг начал падать? При таком сценарии ваша сделка будет открыта, пока убытки не станут равны вашему депозиту, то есть 1500 долларов. В этот момент брокер принудительно закроет вашу сделку и вернет себе выданный вам займ. То есть вариант, при котором вы можете потерять деньги брокера, полностью исключен. Ну что ж, вы убедились, что использование большого кредитного плеча может обеспечить превосходные результаты, если все идет хорошо. Однако, если происходящие события не будут соответствовать вашим ожиданиям, оно может быстро обнулить ваш депозит. Труднее всего определить, какой уровень риска считать безопасным. Чтобы научиться выбирать оптимальный размер кредитного плеча, трейдер должен обладать опытом торговли, хорошо знать собственный темперамент и ставить перед собой реальные цели на рынке.